вся территория Одесского побережья должна иметь свободный доступ к морю. И от траверса до траверса по вдоль уреза воды должна сохраняться 5-метровая свободная зона, которая позволяет прогуливаться. Это идеальный город, который полностью готов к туристическому сезону. Но как получается, сегодня мы выяснили, во многом наше управление не доработали еще до сих пор эти документы. А согласно распоряжению Одесского городского головы, они должны были отработаны еще до начала туристического сезона, то есть до 1 мая. По моему мнению, проблемные пляжи на сегодняшний день можно выделить, это Аркадийский, потому что они там все, мы понимаем, клубами захвачены, и клубы просто несправедливо захватили территорию, в том числе даже водной глади, там, настилами какими-то, временными строениями в виде каких-то преграждающих таких, знаете, элементов декора даже во многом, которые не позволяют не только пройтись вдоль линии воды, а которые просто не выполняют даже условия договора аренды, соотношение 30 на 70, где свободная, должна быть от застройки территория.